Сегодня из Тюмени призывников отправили на службу в президентский полк. Их провожали на торжественном митинге на исторической площади. Проходить службу в Кремле будут 20 лучших срочников региона. Отбор очень строгий, ведь президентский полк обеспечивает охрану объектов Московского Кремля, официальной резиденции президента. Президентский полк берут только из некоторых регионов страны. Потому что считается, ну, во-первых, традиция тоже уже сложилась десятилетиями. А во-вторых, все-таки сибиряки – это такие парни серьезные, основательные. И всегда Тюменская область всегда среди тех регионов, где проходит набор ребят в президентский полк. Как мы все знаем, эти ребята будут участвовать во всех церемониалах. И иностранные гости, и наши все важные события в жизни страны. У меня старший брат служит в президентском полку. Я иду по его стопам и очень горжусь этим. С детства мечтал попасть в президентский полк, когда старшего брата такая забирали, у меня появилась.